А сегодня я хочу поговорить о таком заблуждении, что типа в разных магазинах разные по качеству велосипеды. На самом деле это все полная фигня, потому что велосипеды делаются на одном заводе и просто в разные магазины доставляются. И вот у меня такой же случай. Из двух совершенно разных магазинов заказал я два абсолютно одинаковых велосипеда. Отличаются они только ростовкой и чуть-чуть расцветкой. То есть один магазин, интернет-магазин Simoland, а второй магазин это Беру.ру. Цена примерно одинаковая получилась со всеми скидками. Два фатбайка. Фирма Stark. Вес где-то в районе, наверное, 16 килограммов. Сейчас я вот это все попозже буду разбирать и взвешивать по отдельности. Вот так выглядят велосипеды, которые приходят в упаковке. Большинство людей, когда приходят в магазин, они уже видят велосипеды собранные. И думают, что очень сложно их собрать, очень сложно все это подготовить. А на самом деле это не так. Достаточно прикрутить колесо и прикрутить руль. Ну, там педали еще, сиденье посидел. То есть это все достаточно быстро, легко и просто. И вот в чем заблуждение про разные магазины себя, так сказать, оправдывает, да, это то, что в разных магазинах разные сборщики. В одних магазинах работают профессионалы, ребята, которые круглый год как бы занимаются именно сборкой велосипедов, настройкой, мастера, профессионал своего дела. А в некоторых магазинах просто на лето там берут студентов, школьников даже. И у меня таких очень много знакомых, которые просто подрабатывают. Естественно, им главное побыстрее и побольше этих велосипедов пособирать. И на этом заканчивается как бы вся история. Вот вес велосипеда 1,5 килограмм. Это без переднего колеса и без педалей и подсидельного штыря с седлом. Само колесо весит переднее. Ну, колеса вообще у фатбайка очень тяжелые. Переднее колесо у фатбайка весит порядка 3,5 килограмм, даже 3,8 килограмма. И сам пакетик вот со всем этим барахлом еще килограмма полтора весит. То есть 1,5 килограмма пакетик с барахлом, 11,5 килограммов сам велосипед. Это уже получается 14, правильно я считаю? Нет, это будет 13 килограммов. И переднее колесо еще 3,5, то есть где-то даже килограммам к 17 подойдет вот вес такого дешевого Ашан фатбайка, скажем так. Ну так вот, значит, есть магазины, в которых мастера собирают велосипеды, делают это качественно, хорошо все настраивают с самого начала. А есть, где просто, ну, либо им лень, либо очень большой поток велосипедов, либо просто люди не умеют. Это касается всех крупных сетей, так называемых, да, там, типа Декатлона, Спортмастера и так далее. То есть огромные магазины, где огромный поток клиентов, там велосипеды собирают очень плохо. Ну, как бы вы сами с этим столкнетесь, если там велосипеды будете покупать. Поэтому, да, действительно, в разных магазинах разные велосипеды по качеству. Но они по качеству не от того, что с завода они плохие такие приехали, а потому что их собрали плохо. Ну и, конечно, качество велосипеда тоже зависит от цены. Ну так вот, вот эти два Старка, немножко разные ростовки. Синенький, вот тот, который слева, это 18-я ростовка. И вот этот вот с красненькими пометками, это 20-й ростовка, они действительно отличаются по размеру, то есть геометрия рамы абсолютно разная. Если у некоторых моделей фатбайков геометрия рамы абсолютно одинаковая, длина от выноса зависит, то вот у Старка действительно рамы разные. Это приятно, это хорошо, то есть на маленький велосипед можно посадить человека пониже ростом. Вес, в принципе, неплохой, здесь есть что облегчить. Ну, во-первых, это, безусловно, надо выкинуть сразу передний тройник, передний переключатель, потому что он абсолютно не нужен. Для фатбайка спереди достаточно одной звезды, ну, для большинства людей. Ну, там подсидел полегче поставить, седло помягче и так далее. То есть тут вариативность очень большая. Сзади у нас 7 скоростей, ручка у нас идет шимановская, переключатель задний шимановский Tourneo TX, тоже самый дешевый. То есть это велосипед вот вообще примитивнейший, самый дешевый, который только может быть вот из фатбайков, не считая, конечно, китайского железа, которое вообще убогое. А так, в целом, качество неплохое, то есть я эти велосипеды буду немножко сейчас переделывать, модернизировать, и будет попозже еще одно видео о том, что из них я сотворю. А пока вот просто мне надо было два велосипеда черных, хотел черные велосипеды. Вот единственная ободная лента там какая-то вот непонятная, слишком яркая, желтая. Наверное, я ее поменяю на что-то другое, или на красную, или тоже на черную. Посмотрим, что получится. Попозже будет еще одно видео, где это все я переделаю, где все это я модернизирую, заменю все запчасти и расскажу, почему я их поменял и почему так лучше на самом деле.